здесь церковь, если не было. А, мечеть мы уже посмотрели. О, мечеть, синагога. Синагога, я перепутал, синагога. Но если она лишь маленькая, да? Да, то маленький, поэтому это подземный. И тоже это сокровное место, никто не знает, это куда, поэтому они здесь, на скрытное место. Да, синагога, слышу уже это. Вот это? Это синагога? Нет. Это да. Языке. Да, в другой языке, поэтому говоришь. Да. Очень много книг всяких. Да. Запах интересный. Это пальчики, которые я вам показал, но да. Это специально для церкви. А для церкви? Не передается так снаружи. Надо покупать для церкви и дома только зажигать. Ага. Угу. Это дом просто. На красном линии, когда они разбежали из Палестины. А когда... Они везде, и в конце конца они жили здесь. Сейчас мы здесь. И они жили здесь почти 3 месяца, но везде Египет, это южнее Египта, почти как 3 года. Потом обратно через река Нил, вот это река Нил. Через река Нил и сразу в Палестине еще раз. Опять в Палестине еще раз. Другой запах совсем. Это вторая церковь, да? В то время, как там звучит, как вам показали, это была муж. И там? Это муж? Это муж. Святого. Это его. Бахауна. Святой это 1164 году. Это около 1000 лет назад. Около 900 почти. Вот эти его машины. Сейчас он. Какой? Да, старая очень. Старая икона. Вот, например, вот эти муши из 3 века. Очень старые. Вот этих святых. Да, вот эти. Бахус. А, тоже по-русски разговаривает. Да, это 3 века. 3 век. Это самый старый. Самый старый. И почти может быть самый старый в мире. Может быть. Возможно, да. Комната, в которой они точно жили, под землей, там, которые 3 месяца. Ты можешь сидеть, проходить снизу, а потом встаешь. Хорошо.
Так, ты возьмешь мою воду, ты? Так, хорошо. Деревянные тоже. Да, вот это, вот уже иконки.